Это сейчас у нас сидит на куле. Сам по себе это жжик. Значит, сейчас я 4 проверка интерфейса у него. Запускаю. Воу. Так. Что с ним случилось? Ошибка. Вот он. Что-то странное поведение. Так. Инициализация. Есть. Write. Он. Так. Скан. Проверка интерфейс. Хлобысь. Отлично. Теперь. Фокус-покус. Вот что-то исчез. Ну, может, ботинка глючит. Так, инициализация. Write off. Так, значит, проверка интерфейса. Вот какая шляпа. При этом рандом тест, то есть он последовательно читает, а когда рандомом читаю, то есть линейное чтение, ок, скорость он какая, а когда рандомом начинаю читать, случайное чтение, все, сразу затыки пошли. И причем вот именно вот такой вот кусок он берет и дальше затыкает. Но при этом, если делать вот так, то он берет именно такими кусками, работает, потом опять через интерфейс он как будто бы.